Минувшей ночью в Абакане горел склад-магазин стройматериалов на улице Хлебная. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Хакасии, до приезда первых расчетов огонь охватил около 200 квадратов помещения. Уже горела крыша магазина. На месте работали 10 единиц техники и более 40 пожарных. Остановить распространение пламени удалось буквально за 30 минут. А вот на полную ликвидацию пожара потребовалось почти 3 часа. По словам огнеборцев, в этом районе, где сконцентрировано большое количество складов и торговых точек, находится всего один пожарный гидрант. Чтобы вода поступала без сбоев, пожарным пришлось проложить магистральную линию протяженностью 350 метров. Погибших и пострадавших нет. Огнем значительно повреждена крыша и перекрытие склада стройматериалов. Товар залит водой. Частная собственность, по предварительным данным, не была застрахована. Пока владелец магазина подсчитывает убытки, на месте работают дознаватели, которые должны установить причины пожара.